Завтра экзамен. Какой предмет? Английский или психология? Алло, Игорь, какой завтра предмет сдаем? В смысле ты в Таиланде? Алина, в смысле ты отчислена? Сука, кто-нибудь знает, что мы завтра сдаем? Кто может знать? Ха! Староста! Алло, Вероника, психология. Я тебя обожаю. Взаимное регулирование, где сразу мы действуем? Где же ты, студент? Да ну его в жопу! Год не готовился, сейчас буду. А, как-нибудь сдам. Где же ты, студент, игрушку новую? Опа! Ой, извините, пожалуйста. На мост тебя наступи! Ой, извините, пожалуйста. А, да ничего страшного. Ой, извините, пожалуйста. Моя золотая. Ой, извините, пожалуйста. Опа! Ой, извините, пожалуйста. Вы напрасно стараетесь. У меня уже есть девушка. Ну-то или что? Ой, извините, пожалуйста. Приятно, блядь, если я так буду делать. Ой, извините. Ты с ума сошла или что? Я с ума сошла. Мне как в телефоне, когда ты идешь по дороге. А что, на тебя что ли смотри? Да. Саша. Женя. Как дела вообще? Ну, Полчасика и все. Твою мать! Только не переезд. Сука! Как? Кто кого? Саша. А? Мне мама приехала. А она катать будет? Нет, конечно. Какого хрена она приехала? Саша, дурак! Вот нахрена я с малого блайнда пошлю? Да у него по-любому карманки нет. Да я больше никогда не сяду за этот гребаный покер. Алло, привет, как дела? О, игра пошла, все, пока. Так, все, перерыв 5 минут. Что? Я вылетел на бабле? Чувак, я буквально хлеб купил, ладно? 5 минут. Да, давай быстрее. Бля, чувак, ты же говорил только за хлебом, полчаса. Блядь! Беги, беги, беги на край земли. Из последних сил, беги, слышишь? Береги. Бузов, почему тебя так долго не было? А, да я просто на Мальдивах отдыхал, там так классно. Странно, а то у тебя все фотки в Инстаграме с Чебоксар. Работаем. Здравствуйте, это телепроект Дом 2. Два? Да они вообще когда-нибудь его достроят или нет? Бузов, блядь! Здравствуйте, это телепроект Дом 2, где одинокие сердца не могут никогда строить этот двухэтажный дом, блин, за МКАДом. Бузов! Здравствуйте, это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. На Сейшельских островах образовалась новая пара. Где? Мы еще там расплодились, что ли? На Сейшельских островах образовалась новая пара. Да ну я не могу! Какого хачапури я должен сидеть тут снимать за МКАДом в Москве, когда я должен греть свой зад на островах? Бузов, мы это снимем или нет? На Сейшельских островах образовалась новая пара Глеба и Марии, и, как говорят все на острове, вовсю занимаются волшебством в экзотических местах Сейшел. Волшебством.
Да завуалировали как? Да ты они там и все. Понапридумывали волшебство. Может, Гарри Поттер, чтобы вставлять свою палочку куда попало? И это были все новости Дома 2. И с вами был Олег Бузов. Построй свою любовь. Да лучше бы дом достроили. Скажите, что вы здесь видите? Дерево. Дерево? Псих какой-то. Это просто шклякса. Доктор, мне еда больше не приносит счастья. В смысле? А Happy Meal? Что вы делаете? Ну, говорят же, надо быть ближе к пациенту. Это так печально. Я уже давно повесил. Я вас понял, сейчас. Сейчас что-нибудь в Гугле найдем. Мне нужно что-нибудь обновить в жизни. Так обновите статус ВКонтакте. Следующий. Еще 1000 долларов, а точнее еще 2 терапии, и вы снова обретете яркие краски жизни. Доктор, мне кажется, у меня раздвоение личности. Так, а вторая мне заплатила? Я вам все рассказал, что скажете? А я думал, надо просто сидеть и слушать. Понимаете, у меня... Да-да-да-да. Че тут ноешь? Вот у меня... А у тебя так, цветочки. Экзамены еще не сданы, но ты уже знаешь, как, где и с кем ты наебенишься. Только не говори, что это неправда. Тонна алкоголя, который ты должен чудным образом пронести мимо школьной столовки, ну или у вас прям там лухари, так и в сельский ресторанчик. И при этом не спалиться перед родителями и учителями, которые также горят желанием прибухнуть. Но они же не могут. Они же, блять, пример. Но самое интересное и веселое начинается в самый разгар выпускного. Учителя нажираются быстрее, чем ты, твоя первая любовь нажимается твоим лучшим другом, а родители выпускают все свои накопившиеся слезы во фразу «Господи, мы так тобой гордимся». А ничего, что 2 дня назад ты называла меня прокуренным пиздоболом, которого нету светлого будущего. Ну вы поняли. И вместо отличного выпускного, который ты себе представлял, ты получаешь вот это. Ой, ребят, чача полная. Здравствуйте, это программа «Голые новости» и с вами его ведущий Владимир Чачоткин. И новость, о которой говорят. В Тверской области мужчина собирал дикорастущую коноплю и, получав из нее марихуану, хранил ее дома. Суд признал виновным мужчину и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 5 месяцев. И мы не могли остаться без внимания, и наш репортер отправился непосредственно на то место, где была выращена эта дикорастущая конопля. Михаил? Михаил? У нас какие-то, к сожалению, технические неполадки с... Она убежала от них. Как я еще раз повторюсь, у нас некоторые неполадки. Тут лужи везде. Опять же, у нас какие-то проблемы со связью и... Петя, я снежинка. Вырубай. Это были «Голые новости» с Владимиром Чачоткиным. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, это программа «Голые новости», и с вами его ведущий Владимир Чачоткин. И новость, которая потрясла всех. В Москве в Третьяковской галерее мужчина в нетрезвом виде испортил легендарную картину Репина «Иван Грозный и сын Иван». Что произошло, более подробно расскажет наш репортер Михаил. Михаил? Это же надо было так наебаться, чтобы расп***лись картину столбом. Михаил, вы в эфире. Да, Владимир. Да. Увидеть картину, к сожалению, мы так и не смогли, но выяснилось, что мужчина выпил всего лишь 100 грамм водки и нанес увечья картине металлическим столбиком для ограждения. И что говорят эксперты? Какие эксперты? Эксперты, да, сейчас, секундочку. Эксперты говорят, что цена реставрации картины будет стоить больше 500 000 рублей. Сколько? Михаил, нам... Да, извините, Владимир. Но за следующими новостями мы будем следить возле Третьяковской галереи. Вы даже не в Третьяковской галерее, вы даже не в Москве, вы в Минске. Петя, сказал, купить билеты, до Москвы, ёпт. И это были «Голые новости» с Владимиром. Ты где? Ты случайно не охуел? Да ты можешь вообще уже не приезжать. Целый час. Чувак, а ты рекорды ставишь? Ой, опаздываешь? Ой, да и ладно, успокойся, я сам только недавно вышел. Подожди. Да, без проблем, я тебя подожду. Это ты не на встречу опаздываешь, а опаздываешь на нашу дружбу. Ой, да конечно я тебя подожду, успокойся. Только ты потом не удивляйся, что на тебя может упасть стол случайно. Слушай, а тебя случайно в детстве не называли? А пиздун! Что, полчаса еще? Да ладно, конечно, подожду. Ну, давай, жду, ага. Отдам любовь. Романов, ты знаешь, какой сегодня день? Я знаю, какой сегодня день. Дети, я боюсь детей. А у меня на голове, нормально на голове, нет? Алло. Да, алло. Поза. Сегодня день рождения.
сегодня год, как мы встречаемся. Всего лишь? По носу, по моему родному месту. Всего лишь? Ну что? Сегодня год. Еще разок.